это как раз наше тело. Обожаю атмосферу аэропорта. Здесь буквально витает в воздухе предвкушение путешествия. Но в отличие от пассажира, оказавшегося в зале вылета, у которого до начала путешествия еще как минимум пара часов, багажа начинается прямо здесь, у стойки регистрации. И как только меня зарегистрируют, мой чемодан получит свой посадочный специальную бирку со штрих-кодом, где закодирована вся информация обо мне и нашем снимке. И вуаля, пропадет из моего поля зрения. Но сегодня у нас есть уникальный шанс проследить его путь на самолета. Поэтому вертикально на конвейеру, проще говоря, лифт, багаж попадает на багажную ленту. И тут на его пути первым попадается вот этот сканер. С помощью лазера он считывает всю информацию о пассажире. И в дальнейшем его ждет досмотр на все запрещенные вещества, в том числе на радиацию. Это занимает буквально секунды, но... Типа не дергается. Если вдруг все-таки, не дай бог, обнаруживается что-то подозрительное, то система автоматически с помощью вот этой лапы отправляет багаж на дополнительный досмотр.